еще долго не пойдем, да? Конечно. Мы будем, не знаю. Быстро это. Скажите, что вы тут делаете сегодня? Мы вместе с народом присоединились к митингу, который посвящен единению России. И мы хотим заявить, что мы вместе с нашей Родиной, вместе с нашей державой, мы за то, чтобы она всегда была сильная, крепкая и единая. О, единая, да, хорошее слово. И это не простые слова, это на самом деле наши чувства, наши чаяния и наши большие желания. Мы будем делать для этого все, да, мы будем сами делать для этого все. И мы считаем, что и я, и мои коллеги, и друзья считают, что именно от каждого на своем рабочем месте должен сейчас быть труд, профессионализм, качество работы. И тогда, наверное, мы сможем преодолеть и кризис, и проблемы наши общие, и то, что нас вот не может продвинуть быстрее вперед. Вообще, вы каждый год выходите на мероприятия, да? Да, в общем, да. Каждый год. Что для вас? Сам по себе вот, это мероприятие, этот праздник, он, в общем-то, не знаю, веха за год какая-то, да, вот есть в жизни вехи, а есть вехи более, так сказать, мелкие в течение года. И вот это одна из вех, если ее не будет, уже как-то в жизни что-то было бы не так, не совсем в порядке. Ну, это и повод встретить товарищей, коллег на данном празднике, людей, с кем, в общем-то, мы давно и знаем друг друга, и работали вместе, и у многих изменились судьбы. Но вот на этом празднике все собираются вместе, с тем, чтобы вместе порадоваться, да, почувствовать вот значение тех слов, что сказала Светлана Леонидовна. Хорошее. Единственное, что вот сегодня приятно, сегодня хорошая погода. Да? Этот праздник, он чем сложен? Он проходит в ноябре. Да? Вот. И, конечно, в ноябре погода не балует. А сегодня хорошая погода. А вот в прошлом году было холодно. Да, холодно. Вот тоже запомнилось это. А вы в колонии какой идете? Южный округ, да? Южный округ. Вместе, да, здесь? Вы говорите, Михаил, но у нас еще представитель нашего жилищного объединения. Да, расскажите несколько слов. Почему вы с нами, Галина Михайловна? Галина Михайловна давно возглавляет жилищное самоуправление. Коллег, потому что мне очень приятно находиться среди людей, которые болеют за, я не знаю, за дружбу. За объединение, за то, что все дела, которые мы делаем совместно. И вы знаете, вот когда собираешься вот так в группу, больше узнаешь и больше делаешь вместе здесь, именно здесь. А представьтесь еще раз, что фамилия, имя, отчество. Меня зовут Галина Михайловна. Фамилия? Я Артемова. Я председатель ТЦЖ Кировоградская 9-3. 9-3. Спасибо большое. Знаете, здесь, когда вот сюда приходишь, как-то тепло становится. Вот это точно. А здесь нет ни дождя, ни ветра. В колонии тепло. Да, тепло. И вот хочется, смотрите, все улыбаются. Вот бы одно лицо, увидите, на котором была бы печаль. Да. Все улыбаются. Увидите, но это редкость здесь, да. А мне кажется, если же человек пришел, значит, он принял решение. Оно от сердца, от души. Даже если он пришел с таким лицом, постояв рядом с нами. Он заразится нашей улыбкой. Вы, Галина Михайловна, вытаскивали из кровати. Вставай, Галина Михайловна, мы сами вытаскивали. Вставай, вытаскивайся. Хорошо прошли там? Да, проблем нормально. Мы просто вот... Ну, не будем говорить, немножко я не попала, да, на общий сбор, вот так вот получилось. Ну, бывает, ну, мы прекрасно добежали, дошли. Доехали, всего есть. Спасибо. Все есть.